Здравствуй, Той. Я принес тебе лекарство, которое обещал. Спасибо, что ты пришел, мой друг. Я ждал тебя. Мои недуги уже не подвластны земным лекарствам. Иной мир ждет меня. Тебе хочу сказать главное. Я последний, кто знает тайну старого монастырского клада. Неправедная война разделила наши страны и народы. Но ты никогда не был для тайцев фарангом, иностранцем. Найди клад. И когда восстановится на нашей земле справедливый мир, верни сокровища моему народу. Через 30 минут. Ваше приглашение. Возьмите. А девушка? Она со мной. Хорошо, проезжайте. Порядок свой. Что сейчас вытворял? Здорово был, да? Где вчерашняя машина? Ты зачем сел в этот крашеный сундук? Да ладно, классная тачка. Я не смотрел ее. Да успокойся, я все проверил, все нормально. Не надо меня успокаивать. Проверил он все. Что ты понимаешь в этом? Это что, Влад заменил самолет? Да при чем здесь Влад? Ты представляешь, какая ты сволочь стуканула нашему начальству про мои вчерашние выкрутасы. И нам задрали залоговую цену на самолет. Я вообще удивляюсь, как мне эту машину дали. Но, Серый, за такие бабки можно рисковать. Нет таких бабок, за которые я позволю тебе летать на первой попавшейся машине. Сейчас все проверю, когда полетишь. Привет. Привет,
сейф. Держи. Благодарю. Влад здесь? Я сейчас подойду. Давай. Одну минуту. Михалыч, Михалыч, ну ты ж задаришь. Что случилось? Зимы не было, тут приперся. Ну, а? Что? Выборы на носу. Так что занимаюсь своей пиар-конторой. Давай лучше, Владик, выпьем за встречу. А? Давай. Куда ты там все время пялишься? Да вот смотрю, ты с машиной и гейшу поменял. О, это Софи, корреспонденточка. Ну, прибилась ко мне. Ты что, Михалыч, охренел, что ли? Чего? Мне реклама не нужна. Все в порядке. Она не из наших. Она француженка. Но, по-моему, чокнутая. Ты представляешь, она ездит по всему миру, экстрим фотографирует, а фотографии хорошие. Ей на завтра одно там место снял гламурное. Хочу всерьез ей заняться. В каком смысле? Во всех, Владик, во всех. Слушай, ты, старый хрен, я что, по-твоему, идиот и сам ничего не понимаю? Но ставки уже сделаны, все! Салабон, ты понимаешь, что мы на тебя поставили все, что у нас есть? Эй, ковбои, это вам не горбатая гора, хватит обжиматься. Рапар не дело делать. Если я отменяем, если ты летишь. Камень, ножницы, бумага. От винта? Влад, да? Летать-то как будет? Погода нелетная. В пятом квадрате солнце, на самолетах камеры, на плазмах будет Голливуд. От винта, родной, от винта. Сейф, закрывайся, все, ставки больше не принимай. Ага, прошу прощения, вы позволите? Да. Это Сиам, конец 17 века. Очень интересный экземпляр, редкий. Милый. Да? Сколько можно заниматься ерундой? Я замерзла. Дорогая, займись, пожалуйста, нашей гостьей. Угу. Пойдем. Прошу вас, прошу. Меня зовут Лариса. Что, психопат, пора взлетать. Или ты желаешь кого-нибудь замочить для начала? Да есть у меня на примете одна кандидатура. Дождусь финала. Можно? Ну давай, давай, подожди. Дэн, слышишь меня? Слышу. Милые дамы, мы начинаем. Прошу садиться. Я обещаю вам, шоу будет интересно. 904-й запуск. 904-й. Ветер у Земли 320 градусов, 3-5 метров. А что он сейчас должен сделать? Взлет разрешаем. Да, ничего особенного. Под мостом пролететь. А зачем он так рискует? Влад говорил, что они какие-то чокнутые изобретатели. Изобретают вечный двигатель. Да, извините. Ну и они ввязываются во всякие опасные авантюры. На месте. 906-й, на месте. 904, группа в сборе, работать готов. Картинка есть, работу разрешаю. Прибери скорость, не успеваю. На боевом работаем. Дэн, порывы до 10. Уходи! Дробли, второй заход. Осторожней, твою мать! Сесть на шоссе. Подождите! Я журналистка, можно с вами? Нельзя.
Стой! Не спорьте, я все равно поеду. Сесть за ними, быстро! Беда, Петров, беда. Вот я вот смотрю на тебя и думаю, как был ты лейтенантом, твою мать, так лейтенантом на этом самом посту до пенсии и останешься. Мне твои принципы уже вот тут вот. Понимаешь? Товарищ майор. Какой я тебе товарищ? Дундук ты, понимаешь, на таком месте стоишь, работай, не хочу. Ты глянь, у тебя на трассе скорость ограничения до 60 км и ни одного нарушения. Как это может быть? Это же нонсенс, товарищ майор. Нонсенс. Нонсенс. Что ты на небе смотришь? Там вороны на машинах не ездят. Бабло, оно вон по дороге катается, а не по небу летает. Что это было? 130. Есть! Да что такое? 160. По коням? Уважаемый, мне бы вот эту машинку оттарабанить на базу. Вот эту? Конечно. О деньгах не думайте, я заплачу. Хорошо? Договоримся. Дэн, в машину быстро! Сейчас, подожди, я договорюсь, нас отбуксируют. Только у меня троса нет. Договоримся? Ну вот и ладно. Чего ждать? Перехнулся, что ли? О чем ты будешь договариваться, идиот? У нас проблемы будут, тебе срок грозит. В машину! Что-то такое нервное. А что, я здесь самолет оставлю? Приедет Влад, он во всем разберется. Точно. Сейчас приедет Владик на БМВ. В общем, ты с него только сдери побольше, хорошо? Ему все равно без тебя деваться некуда. Бах! Вау! Так, милая барышня, выходите, нам надо ехать. Серж, извините меня за наглость, но прошу вас, возьмите меня с собой, а? Ну, пожалуйста. Кто вы, очаровательная незнакомка? Я журналистка, я приехала из Франции и хочу сделать о вас фотосессию. Я так понимаю, мне тебя силой отсюда выводить придется. Серж, не будьте занудой. Слушай, ты, мать, Асрус, в машину, быстро! Вы позволите, сударыня? Да. Меня зовут Дэн. Ты что ли, Владик? Чего? Трос давай, добро твое буксировать будем, если по цене договоримся. Сейф разберись. Поехали! Ну что, брат, сколько заплатишь? Вау! С'il vous plaît, мадемуазель. Начинается. Прошу вас, присаживайтесь. Вот это, мадемуазель, вот это наше все. Тут, конечно, еще кое-что не готово, но принцип работы этого моторчика перевернет все мировое машиностроение. Любопытно, это каким же образом? Хороший вопрос. Я вам сейчас все объясню. Не надо ничего объяснять. И фотографировать ничего не надо. А ваш друг всегда такой любезный? Вы знаете, только когда трезвый. Тогда давайте выпьем. По-моему, есть очень хороший повод. Отличная мысль. Прошу. Прошу сюда. Тем более, мадемуазель, что сегодня мы с моим другом Сержем, прошу вас, присаживайтесь, заработали целую кучу денег. И если нам повезет еще и завтра,
то что будет тогда? То тогда мы сможем наконец начать нормально работать, а не заниматься черт знает чем. Ну да, да. А что заставляет вас так рисковать? Деньги? Фи, мадемуазель, мечта. Понимаете, у каждого человека должна быть мечта. Вот у вас она какая? Мечта? По-моему, мы собирались выпить. Угу. Вы играете в шашки? Да, нам даже в лицее преподавали эту игру. Тройбьян, тогда выбирайте цвет. Серж, вы позволите? Благодарю вас, Серж. Мне кажется, здесь какая-то хитрость. Давайте лучше вы. Как вы могли такое подумать, мадемуазель? Это самые честные шашки во всей России. Мой друг Серж это подтвердит. Есть одно маленькое уточнение в правилах. Чтобы съесть чужую шашку, ее надо выпить. Простите, поэты, за каламбур. То есть, если я выберу черный, мне придется пить водку? Уи, мадемуазель. Я буду пить водку. Странно. Я думал, что француженка выберет коньяк. Я буду пить водку. Начнем. Бейте, у нас за фуг не берут. У нас еще есть? Есть. Играем. Я слушаю тебя. Алло, парни, вы не забыли про гонку? Не забыли. Француженка у вас? Какая француженка? Слушайте, ладно, мне Михалыч всю ночь названивал, спать не давал. Говорит, что вы у него девушку украли. Нет у нас никакой француженки. А она была у вас? Она была, но ушла. А что вы с ней делали? В шашки играли. Разговаривай. Это теперь так называется, да? Куда она уехала? Влад, пускай твой Михалыч сам ее ищет. Конец связи. А да... Дэн, вставай, у нас письмо. Дэн! Это ты? А кого бы ты хотел здесь увидеть? Жанну д'Арк? Ты знаешь, судя по тому, как она пьет, она действительно русская. Да, но пишет с ошибками. Господа, вы проиграли 6 партий, но я отдаю должное вашему мужеству и беру с вас только одно желание. Сегодня вы должны явиться на мою выставку, которая состоится в 13:00. Это Барвиха, собирайся, у нас встреча с прекрасным. Да, я бываю во многих странах и люблю снимать экстрим. Скажите, Софи, это, наверное, очень интересно? Да. Странно. Смотри. Здорово, да? О, я так тоже умею. Я так умел еще 25 лет назад. Так кататься или так снимать? И кататься, и снимать. А-а-а. Вам нравится в России? Да. Расскажите о ваших впечатлениях. Это выставка первая в России, и я это очень рада. В России много экстремальных видов спорта. Скажите, вам наверняка будет интересно. Ты знаешь кого-нибудь здесь? Да. Не-а. Вот и я, не-а. А фотки клевые. Клевые, да. Да и она сама ничего. Смотри. У вас все получается? Ну что, Михалыч, есть чем похвастаться? Планы осуществились? Сейчас увидишь.
Спасибо большое за интервью. Пожалуйста, до свидания. Удачи. Ступай. Спасибо. Ну? Вот так, мой маленький дружок. Мы чужие на этом празднике жизни. Привет. Прошу. Хороша, Маша. Пойдем отсюда. Но не наша. Дэн, подожди. Ну, дорогая моя, я просто сгораю от нетерпения. Ну? Послушайте, месье, ну? Я думала, у нас бизнес. Моя. Нежная моя, какой черту бизнес? Ну ты не бойся, мы все твои картинки продадим. Ну. Александр Михайлович, пожалуйста, возьмите ну, себя меня, в руки. Ну, поцелуй меня и пойдем к своим гостям. Ну, пожалуйста. Послушайте, если вам так необходим секс, купите себе женщину. Я тебя хочу. Я тебя хочу. Ну, скажи, сколько ты стоишь? Я заплачу. Ну? 50 тысяч евро. Цена за все мои работы. А я... Михалычу не даст, тот свои фотки не продаст. Уважаемые дамы и господа, до начала гонок осталось 10 минут. Делайте ваши ставки. Уточи. Серега. Что? Я этой тачки даже в журналах не видел. Да ладно, не напрягайся, наша старушка себя хорошо покажет. Да, я все деньги на нас поставил. Я сделаю их. Да ты знаешь, сколько там лошадок? Спорим, я их сделаю. Камень, ножницы, бумага. С трех раз договаривались. Слушай, пошел вон, не нервируй меня. На все. 11 секунд, и мы готовы. Котик, долго мы будем здесь стоять? Я замерзла. Мне даже сесть некуда. Долго мы здесь будем стоять? Дожили, моей жене сесть некуда. Черт!
Спасибо. Привет.